Галина Ивановна Моторева ждет гостей с самого утра. Специально для этого свой любимый теплый жилет она украсила медалями. Их Галина Ивановна надевает раз в год, на 9 мая. Ведь каждая из этих медалей напоминает военные годы, когда молодая уральская девушка работала на благо страны. За хорошую работу, за общественную работу меня наградили медалью Ленина. Это значит, вот я закончила техникум уже на Северском трубном заводе. Мы выпускали снаряды. Вначале морские, а потом осветительные. Вот. От первого месяца до последнего дня я работала вот в военном цехе контролером АТАКа. Планы-то старались перевыполнить. У нас на каждую смену было 55 штук выпустить снарядов. Ну, а мы, бывает, и больше выпускали. По шагам, быстро приближающимся к двери, Галина Ивановна Моторева узнает своего социального работника. Сегодня она пришла к ветерану с подарками. Уважаемая Галина Ивановна, разрешите вас поздравить с праздником Днем Победы от администрации, от нашего центра, от Кулбаева, от Черкашина и преподнести вам продуктовый набор. Спасибо большое. Ну и самое главное, вам здоровья. Поддержать благотворительную акцию «Мы благодарны вам за этот май» откликнулось много полевчан. 23 предприятия города, в числе которых индивидуальные предприниматели, структурное подразделение Северского трубного завода и, конечно же, школьники. Особо активными оказались учащиеся южной части города. Они усиленно помогали организаторам на протяжении всего хода акции. Очень активно в этом году принимают участие жители Полевского городского округа в помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Хотелось выразить огромную благодарность тем людям, которые не остались равнодушными и подарили частичку тепла своего и внимания нашим ветеранам. Сегодня более 200 подарков уже сформировано. В так называемые солдатские наборы входят продукты питания и средства для ухода – мыло, зубная паста и полотенца. Уже сейчас поступают отклики от нашего ветерана на телефон директора, мой телефон, со словами благодарности и признательности в адрес жителей Полевского городского округа. Сегодня в комплексном центре большой концерт, организованный для ветеранов. Здесь школьники поют, танцуют и читают стихи. Зал полон. На почетных местах ветераны. Такие акции, по словам директора комплексного центра Ларисы Подольской, помогают пробуждать в людях милосердие. Это праздник, на самом деле, со слезами на глазах. У меня воевал дед, и сразу вспоминаешь его в этот день. И чувство такой грусти, что нет его сегодня с нами. И как любому русскому человеку, это наш праздник. 9 мая Галина Ивановна Моторева встретит у себя дома. Будет пить чай с соседками и вспоминать тот радостный день, когда она услышала долгожданное слово «Победа». Праздник для всех. Это День Победы. Я помню, я иду, день солнечный, солнечный. Я иду, значит, это самое, навстречу мне сестра моя идет. Ой, Победа, Лиза, Победа. Он, наверное, Миша скоро придет. Зять у нас на фронте был. Зять, у меня брат, сестра тоже были на фронте. Ольга Демьянец, Александр Полищук. Новости нашего города.